вы часто как бы гость на боксерских вечерах. А вот какие вообще у вас планы в плане бокса? Вот, когда думаете, что вы сможете пройти следующий поединок? Ну, так как сейчас универсума нету, я сейчас практически без промоутера, сама себя промоутер, у меня разговоры идут с другими клубами, поэтому точно не могу сказать, когда я буду боксировать, но я очень надеюсь, что в следующем сезоне у меня будет бой. Я как заметил, что вы очень сейчас успешно начали как бы заниматься рекламной деятельностью, да, что вы как бы рекламируете некоторые фирмы тоже, да? Вот в этом плане у вас тоже как-то успешно продвигается. Да, у меня сейчас очень хорошо дела идут реклама. Я делаю рекламу для Золота и для Дохана. Там помимо этого у меня идут разговоры тоже. И жаловаться я сейчас не могу по поводу рекламы, да. Какие видите вы будущее женского бокса? Женского бокса? Ну, без телевидения, честно говоря, я будущего не вижу в женском боксе, так как без телевидения мы не можем выступить на большой публике, поэтому можем боксировать за кулисами, да, мы это делаем, но чтобы попасть в этот самый телевизор, нам нужно телевидение, а его, к сожалению, сейчас нет. Насколько сложно вам себя мотивировать? Потому что вы не знаете, какое будущее, как бы немножко туманная перспектива. Насколько сложная ситуация? Ну, это, конечно, очень давит на психику. Я сейчас каждый день занимаюсь так 5-6 раз в неделю. Но это делаю для себя. Это как спортсмен, я считаю, должен это делать, форму поддерживать. Ну, конечно, это трудно, потому что мы боксеры, мы должны боксировать. И без практики, конечно, тоже теряется как ну, и мотивация, и желание тоже как-то теряется. Потому что мы сейчас стоим на месте, весь воздух продвигается, а для женщин подавно. Спасибо, удачи, надеемся, что увидимся с вами скоро. Спасибо.